от огнеметчиков одни неприятности. Бойцы сопротивления повадились стрелять по их баллонам с горючей смесью. От взрыва обычно гибнут все, кто оказывается рядом. Что ж, теперь буду держаться подальше от парней с огнеметом. Доктор, нельзя терять времени. Приступайте к полномасштабным испытаниям незамедлительно. Убедитесь в том, что оружие может стрелять без перегрева. Также необходимо проверить, может ли оно полностью испарять людей. Я позабочусь о том, чтобы вам предоставили столько гражданских, сколько необходимо для испытаний. Я собрался.
Thank you.
ты здесь, американец? Хватит прятаться, труп! Капитан, мои люди жалуются на странности, которые происходят во время патрулирования канализации. Им кажется, что за ними кто-то наблюдает. Они слышат смех, хотя поблизости никого нет, а также странное жужжание. Рядовой Гунт уверен, что там обитает привидение. Солдаты начинают бояться. Thank you.
Эти разговоры о призраках в канализации – чепуха, которую я терпеть не намерен. Мы, солдаты Третьего Рейха, не кучка напуганных школьников. Я разобрался с рядовым гунтом. Сообщите остальным, какая участь ожидает каждого, кто будет распространять глупые слухи. Доктор Келлер, почему вокруг больших цистерн так много охраны? Насколько мне известно, цистерны пусты. Я понимаю, что оборудование находится под личным контролем генерала Цетты. Однако мне кажется, что было бы разумнее охранять стрельбище.
Генерал, оружие почти готово. Я уверен, что через неделю мы сможем приступить к нагрузочным испытаниям. Берлин будет доволен нашими успехами. Это оружие, несомненно, станет одним из средств достижения победы над союзниками. Наконец-то! Я вижу человека, из-за которого у нас столько бед. Тебе пришел конец, Янки. И не надейся. Похоже, ты не понял, в чем дело. Кому, как не тебе, знать, что нельзя доверять своим глазам? Мне удалось убить генерала Цетту. Под влиянием энергии Черного Солнца он утратил человеческий облик и превратился в чудовище. Конечно, из Берлина пришлют ему замену, но едва ли новый комендант будет хуже.
Однако, увидев секретное оружие, которое они разрабатывают на консервном заводе, я понял, что для меня здесь еще есть работа. Надо установить контакты с местными и узнать обо всех экспериментах с Черным Солнцем, которые ведутся в Айзенштадте.